Друзья, и еще серия платков из цикла «Времена года» – «Лето, осень, зима, весна». Это художник Злата Альшевская. Это один из знаменитых художников Павлово-Посадской мануфактуры. Она долгое время проработала на Павлово-Посадской мануфактуре. Ее работы были представлены на многих международных выставках. Это знаменитый художник Злата Альшевская. И мне нравится очень, мне все нравятся, честно говоря, платки Златы Альшевской. Каждый заслуживает внимания, потому что они яркие, сочные, красивые. Их можно рассматривать бесконечно. Но вот если бы я для себя приобретала платок, то я бы обратила внимание на платок «Осень». Посмотрите. Осенний ковер, который наполнен многоцветием красок, желтые, зеленые, очень красивая кайма такого темного цвета, красные оттенки, бежевые, желтые, оранжевые, коричневые. Посмотрите, какая красота, какой богатый, красивый платок. И вот сейчас мы посмотрим его, да, вот, в таком представлении, да. Посмотрите, если его накинуть, он, конечно, очень нравится, очень красивый платок. Я бы с удовольствием его выбрала, мне он очень понравился. Вообще все платки Павлово-Посадской мануфактуры у каждого художника заслуживают внимания. Посмотрите, посмотрите, какие вот узоры, да, вот эти медальончики, один, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, вот они идут как бы по краю, вот окантовывают узор, и от маленького к большому, и от большого к маленькому. Посмотрите, какие цветочки, какие василечки, вот такие акценты, да, русские цветы, васильки. Такие красивые, такие нежные, полевые. Вот это сочетание веточек, цветочков. Вот это осень. Прекрасная пора. Очень мне нравится этот платок. Посмотрите, какой он красавец. Какой он красавец. Как он прекрасно смотрится. А вот это цвет такой охры. Да, желтая. А вот эти великолепные цветы, посмотрите, какие они красивые. В одном из видео я делала близкий обзор, да, показывала близко этот платок Златы Альшевской «Времена года, осень». Вы можете посмотреть. Очень нарядный, красивый, яркий платок. Очень мне нравится. Друзья, конечно, меня привлекла новинка от Елены Жуковой. Платок цвет граната. В очень мягких, деликатных, спокойных оттенках. Давайте немножко поближе его посмотрим. Посмотрите, какой он красивый. Здесь очень мягкое сочетание шоколадных, кофейных, теплых оттенков с белыми розами. Белые розы – это символ чистоты, невинности, красоты. И посмотрите, какой здесь необычный узор, да? Посмотрите, какая интересная центральная часть. Вот эти изгибы, да, мы видим с вами. И вот в сочетании с таким ажурным обрамлением, да, в таких мягких оттенках, нежных. И вот эта серединка, да, у нас такого кофейного, мягкого оттенка. Очень красивая шаль. Есть еще один колорит, но уже, по-моему, в холодных оттенках. Обратите внимание, я такая считаю, что такая шаль подойдет любой женщине. Она смягчит, украсит, дополнит образ. Я считаю, что вот эта шаль, она универсальная, очень красивая, мягкая.
мягкая, женственная. Вот стоит на нее обратить внимание. Цвет граната очень-очень красивая. И вы знаете, у меня есть платок Елены Фаворитовой «Тайна сердца», тоже в коричневых оттенках. И вот, конечно, это два разных художника, два разных платка, но вот что-то мне тоже напоминает вот эти белые цветы, белые розы. Очень нарядная шаль и универсальная шаль для любой женщины. Красота. Очень мне нравится. Давайте посмотрим спинку. Посмотрите, какая красота. Ой, как она прекрасно смотрится. Очень красивая. Посмотрите. Посмотрите, как красиво сделано. И, конечно, прекрасные кисти. Кисти – это украшение таких шалей. Нарядная шаль, сочетание красиво сделано и в теплых оттенках. Тоже стоит посмотреть, обратить внимание на эту шаль. И в заключение хочу вам показать еще одну шаль. Но это уже платок из уплотненной шерстяной ткани с шелковой бахромой. Посадский, вид 14, 148 на 148. Это не многоцветная шаль, и здесь немного меньше цветов, до 16. Вы знаете, она мне тоже очень понравилась, я на нее обратила внимание. Художник Татьяна Сухаревская. Посмотрите, какая красивая, я бы сказала, вы знаете, тоже универсальная шаль, подойдет любой женщине. Посмотрите. Сочетание красивого синего оттенка, белых цветов, немного зелени. Зелень очень деликатная, не яркая, не броская, мягкая. Посмотрите, какая красивая, какие красивые сказочные узоры. Посадский, да? Такое название платка выбрал автор. Посмотрите, какая серединка красивая, очень насыщенная, да? Насыщенный рисунок, да, он мелкий рисунок, не крупный. По углам мы видим с вами такие красивые медальончики, да, которые разрисованы в таком сказочном стиле. Очень красивая шаль. За счет вот красного цвета, красный цвет оживляет вот эти все переходы, да, он, красный цвет здесь такой ненавязчивый, но он акцентный, он делает акцент и придает свежесть и яркость платку на вот сочетание синего и немного красного, и дальше такие оттенки полутона. А посмотрите, какие вот эти замечательные цветочки, да, вот эта часть по краям, кайма какая красивая, да, нежная. Вот я считаю, что один тоже из красивых платков, который, в общем, будет, извините, интересен, если вы выбираете себе что-то такое более-менее яркое, но в то же время спокойное. Такой сбалансированный, я бы сказала, платок. Нет такого чего-то такого яркого, но в то же время он не скучный, он мягкий, благородный. Посмотрите, какие очень красивые оттенки. И я вот, насколько я так спокойно отношусь к зеленому, но вот этот зеленый меня вот честно привлекает. Очень красивый, красивый оттенок, красивый платок. Вот. В общем, на этом пока все. Это мой выбор. Это платки, которые мне понравились, на которые я обратила внимание. По мере возможности хотелось бы, конечно, их примерить, посмотреть, как они будут выглядеть на мне. Ну, я думаю, что путем долгого отбора я к концу года, возможно, себе что-то приобрету из шалей. Вот такая подборка. Я поделилась ею с вами. Пишите, пожалуйста, комментарии, что вам понравилось, какой бы вы платок хотели приобрести для себя, какие другие платки вам нравятся. Пишите, побеседуем с вами, пообщаемся в комментариях. А с вами была Анна СМИ на канале Питер Видео. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайк. И могу сказать, что мы сейчас заканчиваем, монтируем обзор «Морской царевны» по вашим просьбам.
Скоро будет у нас обязательно видео. Всего доброго, до свидания.